приходим сегодня к Твоему престолу, Господь, к престолу славы Твоей, Господь. Поем сегодня с ангелами Твоими, Господь, со всем творением Божиим. Ты наш Творец, Господь, и мы преклоняемся пред Тобой, Господь. Преклоняемся пред Тобой, Господь. Научи нас ходить в этом состоянии, Господь, в Твоем присутствии, Господь, постоянно, Господь, находиться в Нем, в Твоем покое, Господь, в Твоем мире Божьем. Иисус, Тебе.
Вы знаете, Бог говорит сейчас. Сейчас будет совершаться невозможное, то, что в твоем разуме невозможно, но вере это возможно. Знаете, Бог хочет быть прославлен через нас. Скажи, через меня Бог хочет прославиться. Через меня Бог хочет прославиться. И прямо сейчас, вы знаете, если у вас есть какая-то мечта, или есть у вас какое-то вдохновение на что-то великое, но ваш разум говорит, что это невозможно, я не могу, я недостоин, я недостаточно хорош в том или в том, прямо сейчас, вы знаете, мы будем разрушать эти твердыни, потому что Бог сказал, что я изберу. Он сказал, я из немощного подниму и поставлю, и ты будешь альфой, ты будешь первым. И Он сказал, я хочу, чтобы ты был главой. Слышите? Бог хочет, чтобы верующие были главою. Скажи, Бог хочет, чтобы я был главою, а не хвостом. Бог хочет, чтобы я был главою, а не хвостом. И все невозможное, оно идет из нашей головы и неуверенности. Но Бог прямо сейчас хочет это поменять. Он хочет, чтобы мы двигались верой. Просто зацепись на твое видение, зацепись просто на то, что на ту высоту, которую хочет Бог тебя поднять, и сделай верой, скажи, это возможно, в Боге это возможно, прямо сейчас скажи, это возможно. Это возможно. Мы будем сейчас молиться, чтобы твои какие-то твердыни, неуверенность, какая-то вот эта малозначительность неправильная, чтобы она ушла прямо сейчас. Боже, я прошу Тебя, Господь, за церковь. Ты сказал, что я поставлю такую сильную церковь, что врата ада не одолеют ее. Ты сказал, что я вдохну жизнь, дух жизни в своих людей, что они будут делать невозможное, что они будут проходить стены, что будут падать разные преграды. Ты сказал, что будем идти и проходить через моря, через реки. Воды будут расступаться, но это будет в тот момент, когда мы двигаемся, не когда мы стоим или ноем, или жалеем себя, но в тот момент, когда мы двигаемся верой. И прямо сейчас, Боже, я разрушаю всякие твердыни, которые у нас в головах. Я разрушаю слова проклятия, которые были сказаны, может быть, в детстве, что ты неудачник, что у тебя ничего не получится, что ты какой-то не такой. В Боге ты все можешь. Скажи, я все могу. Я все могу. Просто возогревай свою веру. Возогревай свою веру. Возогревай свою веру. Вспомни, как Бог тебя проводил. Как через невозможное ты прошел, через какие-то границы невозможного Бог тебя провел. Вспомни это. Бог сказал, когда Он провел израильский народ через Красное море, Он потом сказал, остановитесь, возрадуйтесь и говорите об этом своему потомству, воспоминание обо Мне. Мы должны говорить своим детям о том, какие мы проходили времена и как Бог нас выводил из этих времен. Мы не должны зацикливаться на неудачах. Мы должны двигаться вперед. Аллилуйя! Аллилуйя! И Бог говорит сегодня, я благословляю вас. Я благословляю вас. Он берет, знаете, Давид, он такой был маленький, там, пастушоночек, но он верил в Бога. И Бог его избрал и поставил. И Бог говорит, я могу тебя сегодня взять. Несмотря на возраст, несмотря на твое состояние, несмотря ни на что, я могу поднять тебя, но если ты будешь двигаться верою. Боже, прости, Господь, прости нас, если мы зацикливались не на том, на чем нужно, Боже. Если мы, Господь, где-то проваливались в жалости к себе, если мы проваливались на неудачах, Боже, я прошу Тебя, Господи, прости нас за это. Дай нам встать на новую ступень. Дай нам подняться на новый уровень. Дай нам, Боже, Господи, ходить в Тебе верою,
ходить в Твоей победе. Скажи, с сегодняшнего дня я вхожу в победу Иисуса Христа. В победу. В победу. Потому что Иисус уже победил. Потому что на кресте уже совершено все для того, чтобы ты был счастлив. Чтобы ты был в победе. И мы разрушаем всякое неверие. Всякое неверие в наших головах. Всякое неверие в нашем разуме, в наших мыслях, во имя Иисуса Христа. И мы утверждаем, что мы будем двигаться верой. Скажи, с сегодняшнего дня я двигаюсь верой. И Бог будет прославлен. Аминь. Он будет прославлен. Давайте мы провозгласим: будь прославлен. Благослови, пожалуйста, нашу проповедь сегодня. Пусть она касается сердец и меняет нас, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.